У Гомеле затрымалі злачынцаў і абяшкодзілі бомбу. Праўда, падчас вучэнняў. У абласным цэнтры праходзіць чэмпіянат па службовым шматбор'і кінолагаў. За спаборніцтвамі назірала Вероніка Гамзюкова. У областный центр приехали кинологи внутренних и пограничных войсков, а так само департамента охоты. Усяго на территории войсковой части 55-25, где и проходят споборництвы, собрались 12 команд. У каждой по 3 кинологи и 2 собаки. На протягу 3 дней они проходят шерех выпробований, сирот яких пошук наркотиков и выбуховых речевов, полоса перешкод, затримание порушальника. Переможет той, кто по выниках усих выпробований набере больше баллов. Каждый специалист-кинолог готовится и считает своей честью выступить на этом чемпионате. Для того, чтобы его соединение воинские части выбрали и направили на этот чемпионат, есть чемпионаты в соединениях и воинских частях. Проводится отбор, проводятся свои чемпионаты в соединениях, и лучшие команды отправляют сюда лучших участников. Использование собак на данном чемпионате – это от года, то есть больше 11 месяцев, ну и окончательный срок как бы не установлен. То есть есть и достаточно возрастные животные, которые хороший результат показывают, стабильные. Они тоже здесь участвуют, наравне с молодыми. Мета спаборництвов не только добрать лепшие кинологичные пары на международные и республиканские турниры, але и отримать новый опыт. Для некоторых спортсменов и их подопечных это добрая махчимость проверить навыки. Кинолог Евген Гулида разом с 3-годовым Джеком працуе год. Немецкая овчарка трапила до его уже дорослой. Покуль на затриманиях и пошуковых мероприемствах эта пара не працавала. Зараз яны только учатся. Дается вещь. Ты подаешь команду «нюхай», он занюхивает, и все, пошел работать на возле людей, искать запах вещи на человеке. Долго был процесс привыкания собаки именно ко мне, но потом уже после привыкания уже пошел процесс, так скажем, дрессировки, не знаем бед, служим. По выниках 2 дней гомельские кинологи занимают первые позиции у турнирной таблицы. Завтра удельников чекают пошуковые мероприемства. Выники подведут 25 вересня. Вероника Гамзюкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».